Для некоторых жителей микрорайона «Юбилейный» конец света уже наступил. К тем, кто не платит по счетам, пришли контролеры Пермэнергосбыта. Мы находимся в доме, где проживает один из наших должников. На сегодняшний день долг его составляет порядка 7 тысяч. Потребитель был своевременно предупрежден о возможной процедуре ограничения, но не предпринял никаких действий для погашения задолженности. В черном списке энергетиков уже четверть миллиона жителей края. Их общая задолженность превысила 500 000 000 рублей. И сумма эта только увеличивается. Поэтому компания вынуждена прибегать к активным действиям. Абонентам с двухмесячной задолженностью и больше сначала отправляют письменное напоминание. Наша компания уведомляет всех должников больше, чем за 30 дней. И дает время на то, чтобы погасить задолженности, в случае, если задолженности большие, готовы идти на компромиссы какие-то и разбить ее по срокам. К потребителям, игнорирующим уведомления, приходится применять крайние меры. Их квартиры просто отключают от сети. Это наиболее эффективная мера воздействия, говорят в Пермэнергосбыте. Как правило, оплата от должника поступает в течение суток после отключения. С начала года контролерам пришлось обесточить более 30 тысяч абонентов. По данному адресу в квартире электроэнергия отсутствует полностью. Потребителю оставлена заявка о прекращении подачи электроэнергии плюс квитанция с общей суммой задолженности. Чтобы в квартире нарушителя вновь появилось электричество, необходимо полностью погасить долг, а также повторно заплатить за подключение около 900 рублей. Александра Михеева, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей.